Три тура, свыше сотни заданий, звание абсолютного победителя. Андрей Львов стал триумфатором Республиканской Олимпиады. Это путевка на геофак БГУ. Своим сильным сторонам я бы причислил аналитические вопросы. Как бы жюри проверяет твое умение думать. Такие ученики на вес золота. Преподаватель Светлана Григорьевна уверяет, победа – заслуга успешного тандема ученик-учитель. Если у ученика есть желание работать, и у учителя есть желание, то всегда закономерен, наверное, успех. В школе создана и работает целая система по подготовке наших ребят к олимпиадному движению, к централизованному тестированию. География не кабинетная наука. В большинстве своем это работа с природой и на земле. А потому олимпиада – не только теория. Узнать рельеф местности или наличие полезных ископаемых – одно из практических заданий. Не географии едины. На республиканских олимпиадах бобруйские школьники завоевали сразу 4 диплома. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.